Добро пожаловать на канал HeartlessTint. В данном видео я вам расскажу, как подключиться к устройству MusicFrame LE60D с помощью приложения SmartSync. Для этого заходим в само приложение SmartSync и сверху в правом углу нажимаем на плюсик и нажимаем на добавить устройство. После этого нажимаем на пункт поиск рядом. Убедитесь, что ваше устройство включено, также убедитесь, что ваш Bluetooth и Wi-Fi включен. После этого нажимаем на пункт «Доступное устройство» и будет наше устройство. Нажимаем. Нажимаем «Настройки». Music Frame. И ждем подключения к нашему устройству. Start adding music frame to smart things. Нажмем на кнопку уменьшить громкость. И после этого выбираем сеть и наша колонка будет подключена. Большое спасибо за просмотр данного видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш YouTube канал и до новых встреч.